Защищать их. После смены двух лун все вожди племени Дакота соберутся на большой совет. Едем. Добро пожаловать. Ты из племени Бурого Медведя, Зоркий Сокол, не правда ли? Насколько я знаю, ваши вигвамы там наверху, Тонка Рива. Бледнолицые братья, разве уже не работают у Сэма Блейка? Давно уже. Хватит. Работать у него возьмите за понюшку табаку и рюмку виски? Работать мы не против, но недаром же. Если нам здесь повезет, тогда другое дело. Мы сможем даже купить чуванскую землю. Мой друг Чет любит преувеличивать. Всего несколько крупинок, и сколько пришлось попотеть. Великолепный конь, только немного пуглив. У твоего друга нет ружья. Это тебе, держи-ка. У него ты получишь самое лучшее ружье, да к тому же еще дюжины три патрона. Спасибо, вождь. Этого мяса хватит на целую неделю. А потом мы отправимся в Тенглвуд и притащим всего вдоволь. Если там встретите торговца Сэма Блейка, скажите ему, пусть придет к нашим вигвамам. Подумал о том, что они могут обмануть его доверие. Разве вы забыли, что делают бледнолицые? Не мы пришли в их страну, а они пришли к нам и забирают все, что у нас есть. Вы забыли, как генерал Гастер, самый главный грабитель, вторгся к нам со своими людьми? Вы забыли, что они убивают буйволов, жгут наши вигвамы и разоряют нашу землю? И все это... из-за желтого металла, который они здесь нашли. Вождь Бурый Медведь не хочет, чтобы его воины вместе со всеми Дакота выступили против наших врагов. Он верит каждому слову белого отца из далекого Вашингтона. Вожди племени Дакота, вы помните хоть один договор с бледнолицами, который бы они не нарушили? Нет такого! Неужели мы будем терпеть и ждать, пока они нас всех уничтожат? Ташунко Витко говорит нет. Мы не будем терпеть. Будем защищать землю своих предков. Это земля наша, и мы ее никому не отдадим. Хау, я все сказал. Забыл только одно. Немного лун сменилось с тех пор, как мы курили у костра трубку мира с бледнолицами. Я и Красный Облак. Вождь Красного Облака в тот же вечер заключил мир с бледнолицами, и теперь его вигвамы находятся под их защитой. Мой брат забывает, что мы должны подумать о наших женщинах и детях.
для нас это самое главное. Бурый медведь считает, мы можем спасти. Наше племя, если пойдем под защиту белых людей, нельзя делать так, как хочет Ташунковитку. Хао, я все сказал. Теперь пусть говорит Зоркий Сокол. Это нашли в горах двое бледнолиц. Скоро их там будет 200. А с ними придет много длинных ножей, чтобы охранять их. Им всем нужен желтый металл. Вожди, у нас в горах не будет мира. Договор у костра порвали сами бледнолицые. Барабаны зовут нас. Мы идем на охоту. Мясо у нас будет, сколько мы захотим. И нам незачем просить помощи у бледнолицых. Сержант, ваши дела плохи. Если вы будете дальше так играть, то вам придется заложить свой мундир. Фортуна им сопутствует. Подождите, здесь кажется что-то нечисто. Ой! Убери свои лапы подальше, детка. Ну-ка, сматывайся отсюда живо. Ну что же, если вы так настаиваете. Не джентльмены, а черти что. Все краснокожие до 1 февраля 1776 года должны явиться в резервацию, и многие, я считаю, уже там. Но до тех пор нам придется пережить несколько беспокойных месяцев. Определенно. Браво, Галсон. Вы предугадываете мои мысли. Я много думал и пришел к выводу, что с краснокожими церемониться не стоит. Для них самих же будет лучше, если они поймут, что в Блэк-Хиллсе делать им уже нечего. Всех перестреляем. Точно. Вот именно. Идея-то хорошая, но есть одна загвоздка. У многих влиятельных людей она, к сожалению, не популярна. Ерунда. Спрашивается. Эта идея не только не популярна, она бесчеловечна. Вот как? А знаете, вы мне чем-то нравитесь, мистер Хилл. Один мой хороший знакомый вместе со своим отрядом поехал туда поохотиться. Вы меня, надеюсь, понимаете. Нет буйволов, значит, и индейцев тоже нет. Вы так думаете? Я в это дело вложил $500, а всем моим друзьям известно, что я никогда не бросаю деньги на ветер. Наших буйволов и бросают с деревятником на съедение. Мы умрем с голоду. Пусть бледнолицые не думают, что мы будем спокойно смотреть на это. Нет, хватит! Голос огненного коня. Он везет новых грабителей. Они бросили нам вызов, мы им ответим на него.
лучше отойти от окна. Там вам будет безопаснее. Благодарю вас, мистер Бледжер. Вы очень любезны. Кэтрин, отойди от окна. Простите. Осторожно, вы не ушиблись. О, нет, благодарю. Если бы не вы. Это вы бы упали. Мисс не желает ли